Здравствуйте. Сегодня у нас вот такая вот ерунда, уличные громкоговорители. Честно говоря, не очень я понимаю, зачем я их в свое время купил. Ну, потому что ни яхты, ничего у меня нет. Ну, наверное, так просто, как память о тех временах, когда у нас в улицах, на улицах висели такие вот громкоговорители, из которых по праздникам звучала торжественная музыка, приглашала нас пойти на демонстрацию. А еще там могли, наверное, объявлять какие-нибудь тревоги и что-то еще, но мне не довелось слышать этих объявлений, слава богу, потому что я родился уже в мирное время. Вот. Но веселую музыку слушали. Значит, эти громкоговорители все уличные производства канадской фирмы «Реалистик». Вот. Где их купил, не помню. Может быть, они из Канады. Вот. И просто мы сейчас на них взглянем. Это будет такой просто даже не обзор, а просто посмотрим на то, что вот как бы есть. Но я думаю, что это не антикварная вещь. Можно купить и сейчас. Хотя они, видите, тут одна коробка в не очень хорошем состоянии. Это тоже такая достаточно средненькая. Вот с этой плохой коробкой мы, наверное, сейчас и начнем. Так, вот коробка. А здесь внутри уже он упакован достаточно, так сказать, неплохо. Значит, что у нас тут? Сейчас я вам покажу. Сниму. Он даже, видите, в целлофан упакован. То есть, можно сказать, вещь абсолютно новая. Но я еще раз говорю, скорее всего, она не является антиквариатом никаким. Она совершенно такая обычная современная вещь. Значит, 8 Ом, 15 Ватт, сделано в Тайване. Ну да, я думаю, это современные громкоговорители. Ну, там на яхтах, катерах используются. Но у меня нету ни яхты, ни катера. Поэтому вроде как мне и ни к чему это. Вот, сейчас мы в другую коробочку залезем. Посмотрим другой громкоговоритель. Вот. Так, еще одна большая коробка. Значит, вот тут даже, вот видите, написано технические характеристики от 250 до 5000 Гц. 8 Ом, 15 Вт. Так, тоже сделано на Тайване это все. Ну, конечно, можно было бы ради смеха повесить куда-нибудь там какой-нибудь столб на даче и оттуда, значит, это радовать соседей всякой такой развлекательной советской музыки через тайваньские громкоговорители. Ну, наверное, эта идея не самая такая подходящая. Вот такой вот этот черного цвета, но темно-серый, тот был светлый, этот темный. Так, и еще у нас остался один маленький громкоговоритель. Так, вот такая, видите, здесь даже, чтобы крышка не открывалась, веревочкой так вот завязывается, закрывается. Вот, он уже без целлофана, но эта подложка, видно, когда я упаковывал, я его положил в подложку. Вот такой вот громкоговоритель. Но это видно, что этот уже не новый, со следами коррозии небольшими. Он не новый, нет удержателя, тут повреждена. Поврежден держатель. Значит, это 8 ватт. 8 Ом. Поменьше размером. Ну, наверное, как сирена. Вполне можно. Гражданская оборона. Его можно использовать. Так, что-нибудь еще есть тут полезного? Нет, ничего полезного. Больше тут никаких надписей нет. Ну, как я уже сказал, это Реалистик. Канада. Вот. Ну, вот такая вот история. Я сейчас их уберу обратно на полочку, пусть валяются. Спасибо вам.